Всем здрасте. Я вот складываю чемоданы. Я завтра улетаю в Мадрид и решила вас взять с собой, сложить чемоданы. Только это беспорядище на моей кровати. Ой, ненавижу складывать чемоданы. Кто бы за меня это делал, конечно, сделал бы. Я была бы очень благодарна. Первое, я всегда собираю сумку в самолет. Я вот лечу с такой сумкой. Очень ей довольна. Мне ее Аня, мне моя подружка в Америке, ее купила, прислала. Суперская сумка, слушайте, удобная. Конечно же, я всегда с собой беру подушку. Что у меня будет в самолет? Я беру свою камеру, дополнительная зарядка, телефон, который буду заряжать, если он разрядится, паспорт и документы. Все будет здесь, тут будет мой комп, будет подушка, бутылка воды. Вот что я всегда с собой беру в самолет, вот такие вот салфетки, знаете, с разных там ресторанчиков, я всегда их таскаю, их много. И также я беру вот такой вот, ну, как это называется, от Bath & Body Works, который санитайзер для рук, что в самолете фиг знает, что там будет, а нитку для зубов всегда с собой беру, сейчас мы в карман засунем, наушники, и вот эту помаду от Chanel буду брать, я не беру никакой другой гигиенической помады, буду ей мазаться, чтобы она поскорее закончилась, потому что она мне не нравится, и пудру с собой тоже возьму, потому что мы все-таки летим ночью, кстати, у нас абсолютно ночной полет, не знаю, у нас это все получится, так, это моя салфетка для очков, и также беру обыкновенные салфетки и кошелек, значит, сумку я там все сложила, положила в стороне, чтобы мне не мешало. Так, давайте посмотрим, в чем я полечу. Я полечу в леггинсах, в обыкновенных черных леггинсах. Вот такая вот бралетка, чтобы в самолете было удобно. Как я сказала, мы вылетаем. Мы выезжаем из дома где-то, по-моему, в 12 ночи. И у нас в 6 утра самолет, и прилетаем, и после 6 часов. Короче, нужно, чтобы было безумно-безумно удобно. Полечу в биркинштоках черных, их с собой беру, и беру еще одну пару обуви, которую я уже где-то зафинделила, не знаю, где я ее положила, потому что в чемодане ее пока нету. И полечу вот в такой просто белой-белой рубахе. Она такая большая, белая. Она сейчас дико мятая, еще немного влажная. Я тут уже вытащила этот самый утюг. Утюжок. Сейчас буду это все гладить. Кстати, очень классный утюг. Давайте прорекламирую вам утюг. Вот такой вот очень классный утюг, который купила 2 года назад. Я безумно довольна, хотя одежду я не люблю гладить. То есть я люблю гладить, но я одежду почти не глажу. Но вот этот очень классный утюг. В общем, вот так вот я полечу. По-моему, будет нормально, только единственное, что я сейчас с собой в самолет возьму эти самые носочки, потому что, может быть, в самолете будет холодно. Так, это я здесь положила, нужно сделать свои пятки. Шуль я с собой брать точно не буду. И вот эта моя щетка для лица, ее нужно зарядить, хватает зарядки на 2 недели, и зарядку вытащить, и брать только щетку. Это я поставила здесь, это нужно все сделать. Что, давайте немножко я в чемодан положу, покажу вам, что я беру в Мадрид. В Мадриде жарче, чем в Израиле, там почти 40 градусов, это просто ужас. Дико жарко. Значит, я беру с собой в дополнение к своей большой сумке вот такую вот маленькую, с ней втаскаться в Мадриде. Вот мои калоши вторые, которые я беру. Беру биркинштоки и вот такие вот калоши. Кому интересно, сейчас вам покажу, они относительно новые. Вот такие вот босоножки с собой беру, они немножко на каблуке, на танкетке, я знаю, как это правильно называется. И вот теперь эту всю гору одежды нужно каким-то образом разобрать. Я еду на неделю, я думаю, что неделю мне где-то около 3 пар шорт джинсов хватит. Я так думаю. В общем, у меня на самом деле одни джинсовые шорты. Я поняла, что больше всего люблю джинсовые шорты. И, в общем, 3 пары. Да, да, 3 пары шорт. Конечно, без вешалки. Я вот беру такое платье стреплес. Беру вот такое вот макси-платье черное, которое я просто обожаю. Оно у меня 100 лет в обед. И оно просто безумно красиво смотрится. Что еще беру? А, вот такая вот новая накидка черная. Сейчас я буду как этот, как готик. Все черное, нет, вот. Беру такую вот эту рубашку, безумно удобная рубашка. И что еще брать? Еще я не знаю, что брать. Не, ну на самом деле нужно, наверное, футболку 1, футболку 2, футболку 3, футболку 4, футболку 5. Наверное, достаточно, да? Может быть еще что-то нужно? Не знаю, еще один брилетки. Вообще эти на лето брилетки, брилетки, их брилетки называют, бралетс эти, очень удобные. И если бы вам тоже такие нравятся, то есть сейчас скидка в American Eagle, в их магазине Ария, или как он там правильно называется, они 2 по 60 шекелей. Кто живет в Израиле? Идите, смотрите, именно такие, которые сделаны из хлопка. Наверное, я возьму вот эти вот еще белые, на всякие пожарные, потому что так жарко, я даже не знаю. И еще, наверное, возьму где-то футболки 2, которые у меня сушатся. И на этом все. И вы скажете: Габи, ты ненормальная, на 5 дней столько одежды, да? По-моему, я точно ненормальная. Значит, подумаю. Я вот не уверена по поводу их шорт, но по поводу футболки я точно уверена. Нужно брать хотя бы на каждый день одну футболку, потому что такая жара, потеешь. Ну вот, давайте покажу вам, что я напихала в косметичке. Первая косметичка у нас будет декоративка. На самом деле взяла всего мало. Как мне кажется, брала все самое минимальное, ничего вообще лишнего. Не знаю, в общем, взяла 2 кисти.
Значит, кисть для тональника самая моя любимая сейчас, вы это уже знаете. И вот это баффинг браш, который можно наносить и пудру, и все, что хочешь. А кисть расчесывать... брови обязательно. Мой тональник от Bobbi Brown, он компактный. Духи от Эссимьяки. Хотела купить себе травалу и туда напихать, но травалу почему-то есть только в Хайфе у нас, на севере нету, и вообще мне это выбесило, конечно. В общем, взяла такую миниатюрку, я хочу купить себе там духи, поэтому буду пользоваться новинкой. А беру белую пудру от Tarte. Вообще любая белая пудра очень хорошо матирует, мне нравится, поэтому беру. А еще беру вот такой вот лак от Orly, розовый, он сейчас у меня на ногтях. Беру тушь от Tarte. Сейчас и пользуюсь активно. Беру бальзам для губ Labello. Заколка. Румяшки от Marc Jacobs. Всегда, когда езжу, обязательно кладу в этих чехольчики, в которых они приходят. Тогда именно использую эти чехольчики. Румяшки. Сейчас покажу, в каком цвете. Сезам, откройся, ёпсель. Вот такого вот они цвета. Не знаю, как вы видите. Такого вот цвета. Они их почти ими не пользуюсь, мне не очень нравится их качество, поэтому самое время их взять с собой для того, чтобы им пользоваться. Конечно же, беру свои румяшки от Burberry Earthy. У меня запланирована покупка там других румяшек, которые я продумываю их покупку уже очень давно. И там сейчас будет уходовая косметика. В общем, это все, что из декоративки я беру. На самом деле, по-моему, минимальный вообще. Тут нету даже никаких ни теней, ни подводок, ничего. Мне кажется, в 40-градусную жару мне ничего не захочется класть. Только вот румяшки, тушь, тоналка. А, еще беру штуку для бровей. Она просто, я сегодня ей пользовалась, поэтому она лежит на своем месте. Ну, в общем, да, как-то так. Давайте вам покажу, что я здесь беру. Значит, беру дезик вот такой вот от Garnier, потому что я еще начала пользоваться другим натуральным дезиком, но беру этот, чтобы не было никаких провалов. Беру эту расческу Tangled Teaser и после этой поиски ее нафиг выкину, потому что она меня раздражает. Так, поехали дальше. Что еще здесь беру? Беру крем вот этот для рук EOS новый, который я прикупила. Скажу, что они мне не очень понравились. Все-таки... L'Occitane мне больше нравится, если вот уж говорить. Они очень сильно парфюмированы лично для меня, хотя девчонки говорят, что у них приятные запахи, для меня сильно парфюмированы, не могу пользоваться. Беру вот этот вот крем Acure для глаз, но я им буду пользоваться и для глаз, и для зоны декольте. Я его активно пользую для того, чтобы закончить, потому что у меня есть другой крем, и хочу его закончить, потому что всего лишь полгода хранения, и я не смогу буду пользоваться и тем кремом, и этим для глаз. А тот, который у меня есть, вот Antipodis, больше мне нравится, поэтому этот беру с собой. Наверное, эта упаковка, она уже почти пустая, поскольку для декольте я активно так пользуюсь, и я ее выкину там. Антифриз от Джон Фриза для волос, потому что там, по-моему, будет сильная влажность, и с волосами будет веселуха. А вот этот маленький тоник, который мне пришел недавно, мой заказ, который я показывала, по-моему, в прошлом видео, так Юрий, я его еще особо не пробовала, вот, возьму и попробую. А вот тут у меня получилась веселуха, сейчас я вам расскажу. Давайте так, в общем, беру крем для тела, он у меня уже тут 100 лет лежит. Я вообще не очень такие крема люблю парфюмированные, но он лежит, возьму, буду пользоваться. Для тела, это я тоже сейчас расскажу. Станок для бритья Venus от Gillette. Все уже про этот маленький станок видели, слышали, везде про него говорят, но на самом деле действительно удобно, он маленький, и удобно то, что он закрытый, что он ничего царапать не будет своим лезвием, потому что у меня обычная беда с этим, что все царапается. На щетку зубная паста, зубная паста, щетка прикольная у меня с таком, видите, закрыта так. А салфеточки от Simple, многие их на YouTube англоязычным любят для снятия макияжа, если вы живете в Израиле, их можно приобрести на Essos. И сухой шампунь от Lush, в свое время мне моя Сонька привозила, я даже знаю, что он так пахнет интересно, я не могу объяснить, чем он пахнет, чем-то очень вкусным. В общем, я еще как-то мне не получалось им пользоваться, и, по-моему, пришло время, я не знаю, если там будет шампунь. Поэтому я его с собой возьму. Конечно же, беру с собой ножнички, резинку, это спрей для... Да, я знаю, что многие не любят сетевой маркетинг, но я обожаю Amway и несколько их штучек. Особенно глистер я обожаю. Хотите рекламу Amway? В общем, я Amway люблю, поэтому да. Кто из вас не любит сетевой маркетинг, извините. Палочки. Вот эти вот спонжики, ватки для лица. Это фирмы Life в Суперфарме. Они большие, я их обожаю. Они самые классные, они немножко дороже стандартных, но я их обожаю. Потому что они в два раза больше стандартных, и они просто крутые. Тут целая у меня еще целая куча пробника. Ах! Укололась я пробником, представляете, уголком, блин. Кстати, помимо ножничек всегда беру с собой булавки. Я поняла, что булавки обязаны быть у меня и в сумочке, и везде мне вечно нужны булавки. Так, что у меня тут из пробников? Беру крем для глаз, которым я пользуюсь дома, и у меня есть пробник, поэтому не буду брать полный, возьму пробник там, выкину. Потом беру
штук 5 салфеток для снятия лака. Я обычно лак меняю раз в день, может быть, раз в 2 дня. В общем, делаю на всякий случай 5 штук. Как раз на неделю точно должно хватить. Замечательные штуки, очень мне нравятся. Если вы еще в Израиле живете и не пробовали, обязательно попробуйте. Что это такое? Твизермен. Чипчики. Пилочка от Лалин. Вообще, я, если честно, не очень люблю вот такие пилки, но что поделать, в поездку как-то я с ней езжу, вроде нормально. Так, тут мне еще присылали как-то пробничек крема от L'Occitane, возьму с собой. Всегда беру с собой пустые кулечки, на всякий случай. И тут моя умывалка громадная, я как-то получала 3 пробника умывалки от Dr. Or израильской фирмы. В общем, я свою умывалку перелила тоже в маленькую штучку, сейчас вам покажу, но решила взять пробники, на всякий случай, что если мне не хватит. Поэтому беру пробники. И тут какая-то маска от Holy Land. Не знаю, тоже какой-то пробник. Теперь, вот моя уходовая косметика. На ночь беру с собой масло. Думаю, какой из них взять, потому что, по-моему, одно из них мне на жару не совсем подходит. Вероятнее всего, возьму с собой вот это масло от Antipodis. Оно идет с авокадо и с шиповником. А вот это вот люксовая натуральная косметика, которую производят в Англии. Она называется Bodhin Birch. И я... Это пробник, маленький пробник, тут есть 5 мл масла нейроли. Когда она мне пришла, то помпа не работала. Я написала в магазин, где я заказывала, они мне прислали еще один пробник такой в размер, потому что этот пробник, он дорогой. Он стоит чуть меньше треть цены целого размера, а целый размер это 15 мл. Кстати, пробники в любом случае выгоднее заказывать, потому что 3 пробника... стоит 30 фунтов, а полный размер 15 миль стоит 38 фунтов. То есть на 8 фунтов получается дороже полный размер. Не знаю почему. В любом случае, они мне прислали еще один пробник, и во втором пробнике тоже помпа не работала. В общем, как-то я там с ней подружилась. Но масло мне не очень понравилось, хотя это нейроли, поэтому я его купила. В общем, наверное, его с собой брать не буду. Я, ну, как-то в жару что-то на мне не очень работает, а вот это неплохое. Маленькое возьму. Так, я вам еще и про масло рассказала по дорожке. Давайте посмотрим, что здесь. Тут у меня получилась веселуха. Смотрите. Масло для волос Moroccan Oil. 100 лет этой бутылки. Всегда в нее переливаю масло чуть-чуть для волос. И всегда с собой беру. Здесь я перелила от коробочки от L'Occitane свою умывалку. Это у меня от Etude House Baking Powder. И вот я... Baking Powder, да. Или Baking Soda. Как она называется? Baking Powder, по-моему. Вот я боюсь, что мне ее не хватит на 5 дней, поэтому я беру эти пробники вот эти вот. В общем, надеюсь, хватит. Конечно же, масло чайного дерева, куда без него. У кого есть высыпание, всегда вам вообще советую брать с собой что-то, чтобы вас, ваше высыпание, если появляется тоже за границей, вы знали, чем лечить. Здесь мы перелила немножко крем для волос. Сюда перелила, это была помада гигиеническая, то есть бальзам. Сюда перелила защиту SPF, потому что там будет жарко. И несмотря на то, что мы будем путешествовать, вообще будем в закрытых местах, то есть не путешествовать, а ходить по разным музеям и тому подобное, а все-таки, чтобы зона декольте у меня была с SPF, мне это очень важно. Блин, где-то поцарапалась. А, поэтому сюда прилила. И мой крем для лица, представляете, я его заказала новый, он не успел прийти. Я не знаю, если мне хватит этой малютки. И поэтому у меня где-то здесь есть пробник. У меня есть пробник вот такого вот крема от Kiehl's Ultra Facial Cream. Вот не знаю, короче, как я с этим буду дружить, потому что этот мне точно нравится на лето, а вот этот пробник один раз пробовала. Вроде ничего, но как-то я не уверена. Ну, посмотрим. Делать мне нечего. Это по дороге. Я думала, придет, не пришло. Видимо, придет в воскресенье. На воскресенье я уже буду там. Но вы знаете, на самом деле, я ко всему очень просто отношусь. Максимум, беспорядок навела. Максимум, если мне чего-то не хватит, я всегда могу зайти и по мелочи купить. Ну что, надеюсь, вам было интересно посмотреть, что я беру с собой в Мадрид. А по поводу влогов, я не уверена, что у меня получится снимать влоги, потому что я лечу не с Нецером, я лечу не одна, я лечу с группой. И Нецер со мной в этот раз не летит, а летит со мной подружка моя, поэтому не знаю, как, насколько будет моей подружке комфортно со мной, ей себя со мной чувствовать, если я буду постоянно снимать, поэтому посмотрим по ситуации. В любом случае постараюсь для вас снять, может быть, комнату нашу в Мадриде. Не знаю, если вам интересно посмотреть, в каком отеле остановились, как выглядит наша комната, то пишите в комментариях. И вообще, что вам хочется посмотреть в Мадриде, может быть, напишите мне какие-то идеи, и тогда как-то под вас подстроюсь, буду заранее подготовлю, буду думать, где и как снимать. Ну, а на сегодня все, мы увидимся с вами очень скоро из Мадрида.